Один человек пострадал в результате серьезной аварии, которая произошла на пересечении улиц Мира и Советская. Там столкнулись «Лада Калина» и «Део Нексия». По предварительной версии, пострадавший мужчина, пассажир «Лады», жаловался на головную боль. Ему понадобилась помощь медиков. Как и почему произошла авария, узнала Нафиса Минязова. На первом ряду стоял «Газель». «Газель» как бы загораживал, ну, этому водителю, там, он не видел, короче. Именно «Газель», стоявшая в правом ряду перед предполагаемым виновником аварии, стала одной из причин ДТП. Так считает водитель «Лады». Мужчина рассказал, на перекрестке улиц Мира и Советская хотел проехать прямо, но путь ему перегородила иномарка. И он на зеленый, и я на зеленый. Просто он должен был уступать мне, он не уступил. «Лады» просто не видел, признался второму участнику аварии водитель «Део». Обзор перекрыл грузовик. Он хотел повернуть налево на улицу Советская. На свой страх и риск выехал, не убедившись, что это было безопасно. Тогда ты увидел летящую прямо в бок «Ладу». Что-либо сделать для избежания столкновения было уже невозможно. Не хватило ни времени, ни расстояния. Мужчина, управлявший «Нексией», понимал, что тут целиком и полностью не прав он. И перед водителем «Лады» вину свою признал полностью. Но сам он от комментариев о произошедшем воздержался, тем более, что только материальным ущербом тут не обошлось. По предварительной версии, пострадал пассажир автомобиля «Лада Калина». Прибывшие на место медики оказали ему помощь, но от госпитализации он отказался. Сейчас участники ДТП остались дожидаться сотрудников автоинспекции, которым и предстоит выяснить, кто прав, а кто виноват. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, вызов 112.